Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 938. События дня. Сирахов, 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 11 июля 2018 года. Какие события? Утром поехал, кое-кому нужно заехать, гляжу, деревня пустая. Машин нету, так все уехали на ягоды. Они начали спеть, где мало травы. Я скорее своим сообщил. А в этот день коров выгоняют 8 часов, и Галине сказал, пойди хотя бы на часок с ребятами, с Тарасем своим и Нестором, чтобы все записали. Видно было, что они готовятся пасти. Но тут получилось пораньше. Сергей согласился на машине отвезти малышей туда. А Калорини тут недалеко, 3 километра с лишним на ягоды. Ну, побрали, набрали там что. Деревенские, там мы были, все машины стоят. А рядом работает на железной дороге. Мы с Володей съездили, записали, как они там что делают. Много поговорили даже. Ну, а дальше что? Вернулись в службу, потому что на следующий день памяти по Петра и Павла заканчивается Петров пост. Ну и все. И вот сегодня много послания здесь настоятелю Свято-Тихоновского прихода Донецкой епархии в городе Угледаре, протоиерею Николаю Шипилову. От прихожанина Свято-Тихоновского прихода Игнатова Сергея. Ну и дальше он о себе. Я буду проводить здесь, задерживать немножко. О том, вы тормозите на этом месте и прочитаете все. Очень важное, интересное, духовное обращение. Мало где кто так обращается сегодня.
Такие письма большие, полезные, духовные. Ну, только главу от стиха всегда нужно двоеточием отделять. Вот такие события дня. Каждый может прочитать, так мне это не сподручно так считать.